Добрый день, уважаемые трейдеры! С вами Полуяктов Максим, аналитик компании Академия Трейдинга и Инвестиций. И сегодня у нас с вами среда, 27 сентября. И на носу у нас с вами запасы сырой нефти. И посмотрим на сегодня, как у нас обстоят дела именно по этой самой нефти. То есть вчера, как вы помните, у нас были предварительные запасы от Американского института. И они, как я и предполагал, не дали прохода цены ни вверх, ни вниз, то есть получилось некое такое накопление, и сейчас на текущий момент хорошо просматривается четкая натяжка, то есть вялый рост опять-таки, и в случае, если он сохранится до вечера, то есть уже до самих конкретно новостей, то вариант у нас будет соответственно работы в продаже, он будет выглядеть именно так, мы будем именно так искать вход в sell, то есть до данного уровня минимум, потому что на дневном графике мы с вами посмотрим, это у нас ближайший уровень, до которого может быть откат, и пускай этот тренд и наверх, но откаты по нефти тоже дают неплохие проходы цены, и поэтому было бы интересно как раз таки увидеть сегодня вот такой вариант развития событий. Если же нефть пойдет дальше наверх, просто с новостей стартанет дальше ввысь, то не рекомендую никак входить в нее, потому что мы находимся уже довольно-таки высоко, и покупать так высоко, ну, не очень красиво и грамотно. То есть вы можете, опять-таки, просто потерять свои деньги. Вот откат смотрится куда более адекватно, чем продолжение движения после такого импульса, после такой импульсной свечи. По золоту. То есть у нас не произошло развитие вверх, как я и говорил, то есть у нас реализовался второй вариант, то есть смотрите, цена у нас сейчас вернулась вниз. То есть на дневном графике это выглядит как поглощение, то есть вот у нас был импульс, вот у нас было поглощение, причем с разгрузкой максимума предыдущего дня. И сейчас, получается, это поглощение уперлось прямо в эту местную площадку. И то есть сейчас у нас все выглядит гораздо проще, чем вчера. То есть мы можем либо, во-первых, сделать пробой ложный данной площадки и уйти дальше наверх. Либо, что более вероятно, цена удержится под данным уровнем, и мы, собственно, можем с вами работать дальше в продажу. Все легко и достаточно прозрачно, потому что первое, чего нужно дождаться, это пробоя данного уровня, ложного либо истинного, и дальше уже работать по ситуации, то есть как себе цена поведет после именно пробоя, но он обязательно будет, потому что золото такие площадки не оставляет. Так, ну, по евро у нас с вами план реализовался на все 90%, потому что тут осталось совсем чуть-чуть до нашего уровня, но как вы помните, мы с вами искали, то есть вход в продажи, то есть вот она первая волна, откат до данного приора и, собственно, продолжение падения. Вот она волна С, то есть чистый проход, и следует уже ждать только скорее новостей по доллару более-менее важных, то есть что-нибудь вроде нонфармов, и только тогда уже смотреть на евро, потому что в этом месяце евро уже проделало большую работу, и пока что входить по ней также не рекомендую до каких бы то ни было важных новостей по, собственно, доллару. И на сегодня на этом все. До скорого.